بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دراجي سيوستري، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Доброе утро, дорогие сестры! Рада вас приветствовать на прекрасном вебинаре на цикле лекций по 30 дуа из Корана. Альхамдулилля, близится Рамадан. В Рамадане у нас 30 дней. И эти дуа, по сути, посвящены на один день к заучиванию в Рамадан. Но мы решили его чуть раньше начать, для того, чтобы вдохновить и известить вас о том, что он вот приближается, почувствовать его запах, его приближение, и хотя бы потихонечку готовиться к его наступлению, чтобы к его наступлению мы уже хотя бы половину могли знать. Биизниля, мы с вами каждый понедельник будем встречаться и заучивать по одному дуа из Корана. Инша Аллах, готовьте все свои вопросы. Все вопросы будут рассматриваться в конце лекции. Инша Аллах, постараюсь на них на все ответить. Что же содержится в этом курсе? Значит, в этом прекрасном вебинаре мы с вами будем проходить такие дуа, которые являются важными в применении в нашей жизни в соответствии с нашими положениями. То есть именно в каком положении, какой дуа конкретно читать, будем знать. Ведь все эти дуа являются как и частью Корана, как аяты, так же и словами, и дуа нашими самыми любимыми пророками и самыми любимыми людьми, которые были созданы на этой земле, на посланники, пророки, праведники, шала. А также мы рассмотрим их со стороны толкований, что эти аяты означают, какие именно смыслы они содержат. И также, да, Аллах, по милости Аллаха, их заучит. Мы их будем повторять несколько раз, вникая в их слова, в каждое слово и в эти предложения. И сразу же скажу, что эти циклы очень короткие, максимально 15 минут. И так мы с вами будем заучивать каждый урок один дуа. Сегодня один дуа заучите, и я думаю, это будет прекрасной возможностью в дальнейшем их применять на практике. В следующий понедельник заучите следующий дуа. По милости Аллаха, и так до Рамадана, до марта, вы уже несколько дуа выучите. А в Рамадане мы продолжим уже, надеюсь, в более интенсивном порядке. Пока их 30, иншалла. Я надеюсь, 30 дуа нам будет даже предостаточно, чтобы применять их на практике. Дай Аллах, они нам пригодятся в жизни, иншалла. Эти 30 дуа собраны вот в этом скрине бизниля, и каждый из них мы будем с вами брать по одному и заучивать. Самая первая дуа при совершении благих деяний ради Аллаха. В священном Коране, в одном из самых наилучших сур, сура Аль-Бакара, в 127 аяте сказано: «Ва ид яруфа'у Ибрахиму аль-кавааида миналь-байти ва Исмаилу раббана такаббал минна иннака антас-самиу аль-алим». Из этого аята, 127 аята, у нас вытекает дуа, который начинается именно со слов «Раббана». Вот отсюда. «Раббана такаббаль минна иннака антас-самиу аль-алим».
Иншаллах, это самое первое, одно из самых наилучших дуа, которое означает «Господь наш, прими от нас, воистину ты слышащий, знающий». То есть, когда вы делаете какое-то благое дело, какое-то благодеяние ради Аллаха, просите у Аллаха: «О Аллах, о Господь мой, Раббана, прими, прими это от нас». Иншаллах. Давайте перед тем, как его заучить, мы сейчас рассмотрим значение, углубимся в эти аяты. От чего же вытекал этот аят? Почему это дуа мы с вами будем применять? По толкованию Эльмира Кулиева говорится, что Ибрагим и Исмаиль, да будет мир над ними, подняли основание дома, Каабы, и попросили у Аллаха о принятии его. Господь наш, прими от нас воистину ты, слышащий, знающий. И сразу же скажу, заведите себе тетрадку или блокнотик, куда вы бы могли записывать эти дуа, это первое. Во-вторых, заведите блокнотик в продолжение или с другой части начинайте и записывайте туда имена Аллаха. Мы с вами сегодня изучим две имени Аллаха, иншаллах, с его значением. И по толкованию Абу Аделя, и напомни им таким образом, чтобы они представили, как перед своими глазами пророк Ибрагим, алейхиссалям, воздвигает основы дома Каабы, и Исмаиль, его помощник, алейхиссалям. И каждый из них обратился с мольбой к Аллаху: «О Господь наш, прими от нас. Мы просим Тебя об этом, чтобы Ты принял, ведь Ты поистине самия, слышащий, алим, знающий». Толкование Сади тоже говорится: вот Ибрагим и Исмаиль подняли основание дома и попросили дуа: «Господь наш, прими от нас воистину, воистину ты слышащий, знающий». И Ибн Касир в двух сахихах приводится хадис: «Нет никого терпеливее Аллаха над услышанными издевательствами. Они предают ему сына, а он дает им удел и здоровье». Этот хадис приводится Аль-Бухари и Муслим. Это достоверные хадисы, в котором мы еще раз убеждаемся в том, что Аллах терпеливее, и он очень терпеливый ко всему, что происходит. И сейчас мы тоже видим разные виды издевательства. И даже то, что Аллаху предают еще и сына. Мы знаем, что Всевышний Аллах никого не породил. И он не родился. Он наш Творец. Но несмотря ни на что, он дает нам воздух. Он дает нам пропитание. Он дает наш удел и здоровье. И в Сахихе также приводится хадис: поистине Всевышний Аллах дает отсрочку тирана, а затем хватает его и не упустит. В этих прекрасных хадисах мы видим, что Аллах все-таки терпит, дает отсрочку для того, чтобы люди опомнились, для того, чтобы они могли покаяться, не делать зульма, таких дел, которые приводят к гневу Аллаха. Ну, иншаллах, мы сегодня с вами, альхамдулилля, вот такой прекрасный дуа заучим. Значит, иными словами, в этой суре Аль-Бакара, 127 аяте, Аллах сказал, что: «О Мухаммад, саллиллах алейхи вассалям, напомни твоим людям о том, как Ибрагим и Исмаиль строили Каабу. И в процессе поднятия основания Каабы говорили: Раббана, да, о Аллах, прими это
تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Прими от нас воистину ты слышащий и знающий. Давайте окунемся в эту эпоху. Представьте, как Ибрагим, алейсалям, строил Каабу, как Исмаил, алейсалям, его сын ему помогал. Кааба, которую мы ездим каждый год, каждый мусульманин ездит для того, чтобы совершить большое паломничество, малое паломничество, в котором скапливаются все люди, все мусульмане со всего мира. И нас всех, нас, мусульман, делает едиными только Аллах. Нас объединяет Аллах, субхана ва тааля. У Кабы все делают суджуд, земной поклон. То есть эта Каба не совсем не как объект поклонения, нет. Ни в коем случае. Этот объект, эта мечеть, благословенная мечеть, харам-мечеть, запретная мечеть. Почему запретная? Потому что там нельзя ни лгать, ни убивать, ни делать никаких харамных запретных вещей. То есть он полностью обезопасен. И это такое место, которое становится как бы таким объектом для единства. Мы не смотрим, куда попало во время совершения намаза. Кто-то на восток, кто-то на запад. Нет. Мы все смотрим в сторону Кабы. И если мы сейчас находимся в каком-то регионе, то нашим направлением Кыблы для совершения намаза будет именно эта Каба. И его воздвиг, его поднял наши прекрасные пророки Ибрагим и Исмаиль, алейхиссалям, да будет над ними мир. Аль-Куртуби передает, что Убай и Ибн Масуд прокомментировали. Вот Ибрагим и Исмаиль подняли основание дома, то есть Каабы. И при этом они говорят: «Господь наш, прими от нас, воистину ты слышащий, знающий». Они совершают благое деяние, но при этом молят Аллаха, чтобы он принял от них это деяние. И это такой огромный пример для нас. Если мы делаем какое-то благое дело, если мы тут строим мечеть, если мы тут строим какое-то заведение, которое становится причиной уединения мусульман, или мы делаем какое-то благое дело, как чтение Корана, когда мы делаем тасхих, например, вместе с сестрами собираемся, читаем священный благородный Коран, мы должны молить у Аллаха о том, чтобы он это принял. Ведь это мы делаем ради его лика, ради его довольства. Давайте разберем этот аят и каждое слово разберем, что же означает каждое слово. То есть перевод. И после этого заучим несколько раз, повторим. Ва-ил, то есть ва-ил переводится и упомяни о том, как Аллах говорит, воздвигал яруфа'у воздвигал Ибрагиму, то есть Ибрагим аль-кавааида основы миналь-бейти дома, основы дома. Ва Исмаилю и Исмаиль. И после этого идет дуа. Вот это дуа сейчас мы с вами заучим. Раббана такаббаль минна иннака антас самиуль алим. Давайте, сестры, я повторю три раза, а вы за мной все повторяете. Иншааллах. Еще раз. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
Или можно заучить как дуа без протягивания. Раббана такаббаль минна, иннака антас-самиуль-алим. Вот, дорогие сестры, запишите себе в блокноте это дуа, заучите его со смыслом, с размышлением и выпишите оттуда, из этого дуа, две имени Аллаха. Ас-самия, ас-самия, слышащий, аль-алим, знающий. Конечно же, у Аллаха слух и знание совершенные, абсолютные. Он абсолютно знающий, абсолютно слышащий. Хвала Аллаху. Таким образом, мы с вами, дай Аллах, заучили один дуа, и в нашу копилку один дуа биизниллахи тааля. Сейчас я взгляну в чат, если были какие-то вопросы. Угу. Постараюсь на них ответить. Иншаллах, сегодня же заведу. Альхамдулиллях. Да, дорогие сестры, заведите себе блокнотик. До чего прекрасен наш Господь. Альхамдулиллях. Дай Аллах нам возможность посетить это прекрасное место. Да, Аллахумма амин, дорогие сестры. Дай Аллах всем нам посетить это прекрасное место, Каабу, Мекку, священное место. И если кто-то уже был, дай Аллах еще, чтобы посетили, чтобы это священное место было нашим самым главным местом, нашей любовью. И мы знаем, что Мекка и Медина – это два города, которые безопасны и от фитны-даджаля. Угу. Пропустила, в каких случаях надо делать такое дуа? Когда мы делаем какое-то благое дело, вот в таком случае мы делаем это дуа, чтобы Аллах принял это наше дело. Машаллах. Ва джазакун Аллах хайран, дорогие сестры. Ва барак Аллах фикунна. И я вас люблю ради Аллаха. Я надеюсь, что вы повторяли за мной. Я надеюсь, что вы заучите и выучите его наизусть. В следующих уроках мы с вами, иншаллах, продолжим и заучим уже другое дуа. Субханаки Аллахумма бихамдик, ашхаду алла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие сестры. Алейкум ассалям ва Алейкум рахматуллахи. ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Амин. Аллахума амин. Ва джазакуна ва хайран касиран, дорогие сестры. Жазакиллах.